Всем приветики из не очень солнечного Ванкувера. Сегодня к нам придут менять нашу дверь в гараже. Это автоматическая дверь с электропроводкой. Нам завинят ее полностью. Там что-то у нас поломалось. И все это будет сделано бесплатно. Ты понимаешь, бесплатно. А почему, спросите вы, за какие такие грехи? А потому что, отвечу я, потому что мы живем не в отдельном доме, а в таунхаузе. Это означает, если у кого-то течет крыша или какие-то другие проблемы, за все это отчисляется из общего фонда всех владельцев таунхаузов, комьюнити. Может быть, это покажется плохой новостью для кого-то, но если смотреть на это со стороны дома, в котором будет производиться ремонт, и вы владелец его, и вы там проживаете, то это хорошая новость, Дарья. С одной стороны, жить в отдельном и независимом ни от кого доме здорово, но с другой стороны, если вы очень заняты и не знаете всех тонкостей, как ухаживать за своим домом, таунхаус – отличное решение, где за вас будут заботиться о вашем доме и вашем комьюнити такая организация, которая называется «Страта», которая делает все за жильцов систематически, только за ваши деньги. От вас требуется только позвонить стратам-менеджеру и сообщить о проблеме, но и потом дать доступ к вашей проблеме, то бишь в нашем случае доступ к гаражу. Нужно дать ему профессионалу, который решит ее в очень короткие сроки. А еще лучше, когда это молодые ребята с татуировками по всему телу, которые они с удовольствием продемонстрируют. Знаете, можно даже их потрогать. Ха-ха, я шучу, конечно. Вау, this is really cool. It's an amazing one, and it goes all the way to the back. Oh, beautiful. How long did it take to make it? 27 hours. 20? It's lots of pain. Yeah, 4 sessions, so it goes all the way down up here. Oh, too, so. And here? And that's just that's continuation? Some other stuff. Oh, no. No, this is old. This is like 8 years old. This is last year, so it's brand new. It's from a guy in Nanaimo. He's booked up This is cool. Yeah, he's booked up for a year. He's rated one of the top 10 artists in Canada. So. Really? Молодой человек объяснил мне, что сделать эту татуировку ему потребовалось 27 часов. И сделал это мастер высшего класса, который один из самых лучших в Канаде, и проживает он в Нанаймо. И вот за 27 часов он сделал только вот эту вот одну часть. А изображены у него сказочные персонажи, Халк и многое другое. В общем, интересная картинка получилась. А насколько я знаю, что те, кто увлекается татуировками, они болеют так, что сделав одно, они хотят еще одно, пока не заканчивается тело. И я знаю, что люди с татуировками, они очень бережно и тщательно заботятся о своей коже, наверное, больше даже, чем девушки. Стоит такая процедура здесь недешево, и нужно пролежать долгие часы с ужасной болью. Я была свидетелем, моя подруга пригласила меня поддерживать ее время татуировки. Вот. Ну и, конечно, чтобы поддерживать красоту своей татуировки, чтобы рисунок не испортился, нужно, конечно, тщательно следить за своей кожей. А мне нравятся девушки с элегантной маленькой татуировкой где-нибудь на ножке или на руке, на плече даже. Но и у меня нет ни одной татуировки только потому, что причина, наверное, в том, что мне очень быстро все надоедает, и мне захочется изменить картинку. Но это очень дорого и больно, поэтому я придержалась, и до сих пор у меня нет ни одной татуировки. И забыла сказать, что парень упомянул о том, что к этому мастеру татуировок нужно ждать целый год записи, то есть настолько они востребованы здесь, я не знала об этом. Так что, ребята, кто хороший мастер татуировки, можете связаться с местными компаниями, и, может быть, даже получится получить приглашение на работу, кто знает. Пока молодой человек занимается нашей дверью от гаража, заменяет ее, мы предоставим ему полную свободу. Ко мне пришел друг, он принес органические продукты. Я решила отгонять немножечко оленей. Они снова пришли поесть мою хосту. Я вышла во двор, чтобы отгонять оленей. Кстати, видите, бамбук. Это я посадила бамбук для того, чтобы создать
естественные ворота, преграждения для оленей, потому что бамбук образует сразу же хороший гейт, хорошую преграду для всего, кто хочет проникнуть к нам в огород. И результат очень хороший, потому что бамбук разрастается очень быстро, и для него это оказалось очень благоприятное окружение. Наш климат в Ванкуверске очень неплохой. Вот. Но нас беспокоят олени очень сильно, они поедают абсолютно все. Зимой, даже если нет, если это не вечно зеленое растение, то они съедают даже ствол деревьев. Вот. Если бы вот он прошел сюда, у нас бы уже не осталось от этих вот цветочков. Но за пределами дальше, вот это у нас просто лес открывается. Конечно, заходят олени. От медведей уже не скрыться. Медведи могут пролезть через любое заграждение. За исключением, конечно, бамбука. А так они любые ворота поломают. Вот. Поэтому, как видите, у меня здесь все посажено только то, что deer safe, то, что олени как бы не едят. Вот олени не едят травы. А это вот смородина, по-моему, нам посадило правительство натуральной, в смысле, естественной для обитания здесь, в Британской Колумбии. Это вот дикая смородина, ежевика, как по-русски, blackberry. И вот мы тут иногда подъедаем это все дело. Ежевика, да, смородина пока еще не дала нам плоды никакие, вот у нас на, в нашем эре, вот эта вот смородина тоже. Посмотрим, как она будет расти. Посадили их неделю назад, раз сотрудники. Имеется в виду работники, сотрудники правительства, City Hall, они пытаются узеленять все больше и больше окружение, окружающую среду здесь, и посадили только здесь, у нас более 6 миллионов новых насаждений. Вот, и так как у нас хилл, вот это вот, кстати, паразит, растение-паразит, которое очень похоже на черную смородину, и оно распространяется с еще большей силой, просто сорняк страшный, вот, и я с этим борюсь. И видите, здесь, это вот хорошее растение ежевика, blackberry, если я правильно перевожу, я уже не помню, как это по-русски. Вот какую нам принесли папайю. Огромную. Ох, еще не взять. Вот она, огромнейшая папайя. Из Мексики. Кол. Сейчас мы из нее сделаем вкуснятину. Обожаю папайю. Короче, папайя это класс. Сейчас мы сделаем с фетой, с сыром. Дарью, жарко вообще. У нас очень жарко. Спасаемся только здесь, в огороде. Рио. Страдаешь, мой мальчик. Ой, как жарко. Невозможно. К нам пришел друг и принес нам органик, органические все ингредиенты для салата. Что тут у нас? Ну, обычный салат наш, с травками и так далее. И принес авокадо, я уже показывала, и вот гарлик, чеснок. Вот она, клематис. Цветет просто не переставая всю весну. Вот она, наша лавандочка. Каждый раз, когда мы проходим мимо лаванды, такой запах просто обалден. Я обожаю лаванду. Так, что у нас здесь? Иду сейчас. Вот. Должен быть горки, конечно. Так, ты где твоя тарелка? Тарелка там. Окей, спасибо большое за органику. Так, наш мальчик работает, трудяга. Говорит, за час управится. Ну, посмотрим. You almost done, yeah? Yeah, getting there, yeah. Сейчас мы поедим салатик, и мальчик наверняка уже закончит. И мы пойдем на хайк, опять на озеро, пробежаться немножечко для физкультуры.